Почему веды против употребления чая, вопрос, например. Это интоксикация, не такая сильная, как алкоголь, но при длительном употреблении также имеет свой сильный эффект чая. Это индийский чай, черный чай, грузинский чай. Это токсин. Нужно избегать его. Это в редких случаях, если как медикамент используется по каким-то причинам, можно допустить, но регулярно нельзя употреблять. Каждый день, постоянно. В Индии чай не пили до появления англичан. Англичане перевели эту культуру с определенными целями. Вы знаете, как люди начали курить со времен Петра I. Это было введено законом, потому что выяснили, что курящий солдат меньше ест. И каждому, значит, необходимо было иметь трубку солдату и табак. И научили курить. Все. И религия была против, то есть люди были против, но это ввели закон. А потом это стало потребностью привычкой уже, культуры, чаще всего. Также и чай в Индии, он именно прививался таким подобным образом. А потом это стало привычкой.